расползается, а выдавливается вверх. Такие вот так называемые, похожие на трещины. Света и оптический обман. Я думал, что выдавливается что-то с полотна, и наоборот.
мегафон показывает 25% уровень сигнала. Показывает 50% 3G уровень сигнала.
знаю, на что это помогло избавиться от бликов. Посмотрим. Для съемки из автомобиля на видеорегистраторы, что фронтальный, что боковой, нужно использовать чехлы на сиденье, которые не отражают свет, которые не создают блики на стеклах. Плюс на торпеду тоже нужен такой чехол. Ну, может быть, это типа замши, бархата, который бы поглощал свет, а не отражал его. Плюс ко всему и одежда должна быть соответствующая. Темные, которые поглощают и не отражают свет. Иначе блики они портят картинку. Кроме замши, я думаю, может подойти еще и как называется она ткань. Типа байки, наверное, байка черного цвета. Ткань с очень коротким ворсом, это может помочь. Вообще, во время движения в автомобиле не должно быть блестящих предметов. Типа декоративных панелей. Все это нужно затемнять. Начиная от ручки тормоза, от ручника, коробки переключения передач, панели прибора. Все такое. Прочноватый салон должен быть.
момента старта пройдено 208 километров. И там перед стартом еще автомобиль работал. Кофе делал, кипяток, заправка. С учетом всего этого движение 3 часа 48 минут. Средняя скорость 55, расход 5,7. Запас хода на 470 километров. Используются никелированные такие поверхности, которые отражают свет. Вот в данный момент слегка ослепляет шильдик Шкоды, который на рулевой колонке. Но он блестящий, и солнце через него бьет по глазам. Кроме того, боковые зеркала отражаются в такие вот декоративные штучки на вентиляционных каналах. Так, надо. Кочки, они выступают и просто внутри все обрывается. Защита картера
они вроде бы нашлась призы. Дорожная техника. Идет, ее обгоняет маленькая машинка. Трубы. Промышленных предприятий, двигательные, не знаю. Но какой-то населенный пункт довольно-таки большой. Thank you.
чем шлейф от трубы тянется далеко влево. Растянулся на много километров. Да я видел, он давно есть. Я гонять, не гонять, не поедет. Ребята, я все слышу, не волнуйтесь, не переживайте и не думайте обо мне. Идет съемка видео о дорогах России. Видео дорог России. А, ну это хорошее дело, да. Вот в этом рейсе я проехал от Москвы до Мурманска. От Мурманска до Магадана, затем Владивосток, но сейчас нахожусь здесь. Должен сказать, что здесь не очень хорошее полотно дороги. Ну, я деликатно, потому что идет запись не только видео, но и аудио. Запись. Пусть посмотрят, послушают руководители. Росавтодор, в частности. Вот в этом году наши мастера полотнула зачинили. Тут наши кусочки делают. Это вообще невозможно. А Пугачева там вообще там пишет. Дорога без фарватера вообще. Да, все верно. А это что за населенный пункт? Сейчас мы подъезжаем. Я пошел на опережение. Да, удачи вам, ребята, успехов во всем.
вон какие перриконы. Громадные белые холмы. Горы целые. Это, по всей вероятности, переработанная порода. Тут хорошо, в сравнении с Ачинском. Тут, по крайней мере, ветер не населенный пункт, а вот именно в сторону. Вот этот шлейф дыма, или я не знаю чего, он идет вот от трубы перед нами и влево, пока хватает глаз до горизонта. Этот смог.